Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 8 апреля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Иринея. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как «мирный». Небесным покровителем его является священномученик Ириней Сирмийский, епископ сербский. В III веке, во время царствования римских императоров Диоклетиана и Максимиана, жил Ириней. Занимал он должность пресвитера и с любовью заботился о своей пастве. Любовью он одаривал и свою семью. С женой и двумя детьми он жил в благочестии. Соседи же уважали его за образованность и строгий образ жизни. Шло время. Молва о благочестивом христианине разошлась, и Иринея рукоположили в сан епископа города Сирмий. За горячую проповедь Христовой веры он был схвачен и предстал перед правителем пробом. За отказ отречься от Христа и принести жертву языческим богам святого предали на мучение. Очевидцами истязаний были родители, родственники и друзья святителя Иринея, которые пытались уговорить его покориться, но мученик оставался непреклонен. После жестоких мучений святой исповедник долго находился в темнице. Проб пытался сломить волю мученика, уговаривая его пощадить свою жизнь ради сыновей. Но святитель Ириней ответил: «Сыновья мои веруют в Бога, который позаботится о них. Меня же ничто не заставит отречься от моего Христа». Правитель приказал бросить святого в реку. Мученика привели на мост через реку Савву, где он, встав на колени, в последний раз обратился с молитвой к Господу о пастве Сирмийской церкви. После молитвы священномученика Иринея обезглавили, а тело бросили в реку. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравим Анну, Аллу, Ларису, Василия и Прасковью. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!